компании Ирина Лепендина. Чуть-чуть, и сегодня хотелось бы разобраться побольше, что же нужно делать, да? Что нужно делать, чтобы зарабатывать деньги. Да? Я надеюсь, все, кто здесь сидят, люди, которые хотят сегодня зарабатывать деньги. Да? Все, да? То есть мы сегодня не будем говорить о том, что надо быть здоровым. И я сегодня благодарна Ирине, да, за то, что она дала информацию по продукции. И задерживаться я на этом тоже не буду, потому что, повторюсь, мы сегодня не ищем больных. Да? Мы сегодня не скорая помощь, чтобы лечить мозги человеку, что ему нужно сегодня быть здоровым. Правильно? Согласны со мной? Да. Я считаю, что здоровье человека – это его собственная проблема. Почему я должна влазить в его проблемы? Ну так ведь? Либо я для себя решаю, как я хочу сегодня, да, чувствовать себя, как я хочу утром просыпаться, выспалась, не выспалась, да, здорово, не здорово, какой буквой я сегодня загнувшись встала, да? 30, 40, 50, и причем сегодня уже не важно лет. Да? Сегодня дети в 5 лет аллергики. Сегодня в 5 лет дети диабетчики. Либо мама с мозгами сядет, подумает и начнет разбираться, да? А как можно что-то сделать еще, да? Либо зачем я буду в этом ее убеждать. Поэтому вся линейка продукции, ребят, которая есть сегодня в корпорации, она не направлена, чтобы лечить. Вся продукция в корпорации сегодня для того, чтобы предотвратить новые какие-то заболевания, это раз, да, но при системном приеме продукта у людей возникает обратный процесс восстановления. То есть как наработал болячку, да, как говорят вот в тибетской медицине, да, сколько лет нарабатывал, столько лет можно от этого избавиться, просто нужно набраться терпения. То есть когда мы нарабатываем болячку, мы не смотрим на годы, которые на это ушли, да, мы вдруг обнаружили, что у нас есть проблема, но она же не сразу появилась. Да? Поэтому есть сегодня вещи, которые мы взяли для того, чтобы, повторюсь, постепенно избавиться от полученных в течение образа жизни, да, проблем, и при этом есть возможность предотвратить другие абсолютно проблемы. Да? И самое страшное сегодня бич – это онкология, это сахарный диабет, это проблема опорно-двигательного аппарата. Так ведь? И сердечно-сосудистые. Сердечно-сосудистые, да. Поэтому вот все, что касается здоровья, да, мы сегодня подбирали линейку, отталкиваясь не от того, что продавать, а от того, чем нам самим хотелось бы пользоваться. Как вы думаете, относительно качества, тогда что мы выбирали для себя? Похуже, подешевле? Угу. Или лучшее для себя? Лучшее. Поэтому, повторюсь, я не буду сегодня говорить о качестве продукта. Мы это брали для себя, для своих детей, для своих родителей, да, для себя лично. Все. То, что мы сегодня заключаем контракты с разными производителями, как раз дает нам возможность долго работать на рынке. Нам не навязали какой-то продукт, вот нате, он может быть и хороший, да, но он какого-то узкого направления. Мы сегодня выбираем то, повторюсь, да, что целостно будет работать на наше здоровье. Начиная от покрывал, да, когда ты легла, выспалась, и даже скептики, да, уже в первую ночь у них меняется отношение. Не поняла, что, говорит, так рано проснулась, да?
выспалась, как будто вот вообще все замечательно, да? То есть вот так работают покрывала. Я утром встаю, стакан воды, потом следом стакан ростков пшеницы, через 5 минут мозги работают. Вот просто конкретно проверяла, да? Иногда в регионах работаешь, не всегда с собой покрывальца таскаешь. Вот. В Тюмени работала, встанешь, все равно воздух, да, другой. В Москву, когда приехала, вы не представляете, я за месяц нахапала там вот токсинов, видно, вот этого всего, да, мне через месяц начала болеть голова. Вот в Сибири здесь жила, все-таки как-то было получше, да. Вот. За месяц я ощутила, что у меня возвращаются некоторые проблемы, да, из-за того, что набрались токсины. Я простаила очищающие препараты, да, то есть стопные антиоксиданты, они у нас скоро будут. Вещь просто убойная, мировая, как я говорю. И это вот как горячие пирожки, они просто в каждом доме у вас будут, вы их полюбите вот просто как собственных детей, это точно. Чуть где-то приболел, чуть что-то какая-то температура, насморк у ребенка, не выспался, ноги отекают, на ножки наклеил, лег спать. Утром сами увидите, сколько грязи вы с себя снимете. То есть это как пылесосики для нашего организма. Да? То есть они вытягивают токсины, чистят кровь, лимфу и костную систему. И именно вот три системы основные, они отвечают за наше здоровье. Если все эти три системы работают в порядке, поверьте мне, у вас проблем не будет со здоровьем. Все. Да? Поэтому вот эти вещи будут. Будет новое питание, не знаю, Ирина говорила, да? То есть вот эти биослайсы, биосупы. Когда ты куда-то едешь или на работе, да, иди некогда покушать, и многие бегут, какой-нибудь гамбургер покупают, да, а потом, извините, проблемы. Вот. То есть мы когда попробовали биослайсы, я просто вот обалдела, если честно, да. То есть это вот ешь, и хочется кушать, и ты чуть-чуть ел, и ты наелся. А вкусно невероятно. Прямо вот рука аж снова тянется, да. То есть вот такие вот будут вещи. То есть компания постоянно работает над развитием линейки, над тем, что действительно упростить слово БАДы сегодня многих пугают, да, многие до сих пор не знают, что это вроде как полезно. И это на самом деле полезно. Но при этом, при всем, когда мы говорим, что свекла это полезно, мы говорим, да. И ты дал на встрече человеку попробовать, он попробовал, говорит, вкусно, классно. Да? Вот. Поэтому, когда человек к нам приходит в бизнес, и я сегодня приглашаю людей только в бизнес, потому что даже на хороший продукт сегодня у людей тупо нет денег. Так? На здоровье, на хорошее, тоже нужны деньги. На хороший продукт тоже нужны деньги, правильно? Я пожила в Москве, сегодня открываются эко-магазины, да, в которых укроп, как мы говорим, чисто там экологически, не знаю, в какой зоне выращен, но главное, продается в эко-магазине, стоит 400 рублей килограмм. Я вам петрушкой, что ли, заняться вообще? Выращивать. Поэтому я говорю о том, что сегодня корпорация СНВ открылась для простых людей, для тех, кого не устраивает финансовое положение. Может быть, что-то есть, но ты понимаешь, что все равно что-то нужно делать. Деньги сегодня никто не отменял, правильно? Какой бы у нас ни был опыт, как у меня когда-то в Орифлейме, да, он был. Он был не тот, который бы я хотела. Да, я не заработала там столько денег, сколько зарабатывают люди в Орифлейме, но они начали лет 20-30 назад. Респект и уважение, не вопрос. Но я пришла уже поздно туда, да. Есть системы, в которые мы пришли просто поздно. Естественно, не хватает финансовой грамотности для того, чтобы выбрать, так куда же все-таки идти, чтобы не ошибиться. Задается такой вопрос, потому что все хвалят свою компанию, да? Все говорят, у меня лучший продукт, у меня лучшие спонсоры там, у нас лучшее то-то, то-то. Не вопрос. Не может человек работать в компании и говорить о ней плохо. Это нормально, да, это его отношение. Но при этом есть факты, есть финансовый, то есть анализ маркетинг-плана. Это так же, как вот в Зеленогорске, да, это мой родной город, где и родилась, и много и прожила, и потом в Красноярске училась, да, это вот сегодня я уже перебралась в Москву. Знаю, все из Зеленогорска, да? То есть есть у нас там муниципальные садики, есть заводские, да? Я музыкальный руководитель. Я ходила на работу, так же, как и в заводских садиках музыкальные руководители ходили на работу. Работу делали одинаковую. Так платили. Я 3,5 получала. Мои коллеги получали 10,5.
три раза больше. Почему? Почему? Ведомственные садики. Потому что работали в той системе, в которой за эту работу платили больше. Да? Прибыль больше называли. Прибыль больше, да? То есть все взаимосвязано. Не просто так. Да? Так вот, я сегодня говорю не за все сетевые компании, ребят. Почему? Потому что помимо вашей работы, которую никто не отменял в сетевом, есть еще и инструмент, который нам дает компания, правильно? Это то же самое, если мы с вами решили выкопать ямку для своего дома. И мы берем детскую лопатку. Долго копать будем? Долго. Очень. Или мы взяли экскаватор. Экскаватор, да? Набегалась за год по экскаватору. Или мы взяли экскаватор. И как быстро мы выроем ямку? Работа будет одна и та же, по сути, да? Но результаты будут разные. Вот то же самое, да, отработав много лет в сетевом, люди, которые открыли корпорацию Sunway, прошли путь вот, и проработали в этих компаниях, кто в Amway, кто в Oriflame, да, кто в Marie Kay, топ-лидером, как Ирина Петровна Киянова, да, Вера Николаевна была топ-лидером компании Vision, может быть, кто-то слышал, да, мировая тоже компания. И за два года она сделала там VIP 2 карата. Но она, когда нас стали мы просчитывать маркетинг-планы, почему мы оттуда ушли? Не потому что не получилось, а потому что как раз получилось, после этого ты проанализировал, посчитал и понимаешь, что просто обдираловка. Что просто платят очень мало. Да? Либо настолько, вроде обещают неплохо платить, но это тебе просто нужно так молотить. Не спать, не есть, еще и личные большие прокупки. Да? Поэтому я сегодня сетевые компании сравниваю, вот, наверное, проще сравнить, вот давайте мы занимаемся плаванием с вами. Да? К примеру, вас как зовут? Татьяна. Татьяна, вы с Сачинска, да, вот приехали? Татьяна. А, вы тоже с Длинногорска? Вообще классно. Сразу на земляков, да? Вот. Например, Татьяна, да? Вы плывете и вам дали гирю, например, да, вам нужно проплыть, да, кому-то дали штангу, кому-то на дорожке натянули вот эти веревочки, еще и перепрыгивать надо, а кому-то дали ласты. По-разному все приплывут. Конечно. Вот так же в сетевых компаниях есть вот эти нюансы, которые утяжеляют работу, да, маркетинг-план, есть нюансы, которые не позволяют быстро выходить на доходы. Вот в этом разница, да. Когда мы все это изучили, ребят, мы поняли, что все компании, да, они классные. Во многих компаниях есть какие-то линейки продукции, которые многие любят до сих пор. Да не вопрос, пользуйтесь, в чем проблема? Но я не буду ходить туда, где мне платят столько, чтобы мне хватило только на этот продукт. Логично? Конечно. Потому что помимо продукта у меня есть еще дети, да, та жизнь, которой хочется жить. Магазины, которые ты хочешь посещать, да, какие-то страны, которые ты хочешь отдыхать, на это нужны деньги, да, успеть помочь родителям, у кого еще живые, да, кому-то помочь сегодня внуков поднять, ну так ведь? Так зачем тогда, когда мне говорят о каком-то патриотизме, я говорю, патриотизм это четыре угла, в которые ты возвращаешься, это та семья, в которую ты приносишь деньги, причем тут флаг компании? Сетевой маркетинг – это профессия, да, и инструмент, который вы берете, он позволяет вам зарабатывать или не позволяет зарабатывать, да. Поэтому единственное, чем отличается, ребят, компании, да, это процент, который компания отдает людям возвратом, да, за собственные товарообороты в сеть. И вторая разница, как этот процент распределяется. Все, но кто бы нам об этом когда-то говорил? Мы же не придем, как я пришла в Oriflame и говорили, хай-тек, высший класс, маркетинг-план, лучшего нету. Если ты здесь не состоялся, и ты ушел, ты просто предатель во всем мире. Я говорю, здравствуйте, если я с одного садика ушла в другой, я там всех предала, да? Или я пошла, потому что мне здесь платят больше за ту же самую работу. Согласны со мной? Да. Все. Поэтому, когда создалась компания, естественно, перед руководством корпорации Sunway встал вопрос, да, а каким образом сделать так, чтобы нам с вами платили за нашу работу хорошо? И есть два фактора, которые не позволяли зарабатывать. Возьмем стандартную систему разных сетевых компаний. В любой сетевой компании есть инвестор,
Человек на букву Х, хозяин, да? Ну так ведь? Да. Вам В это целая ассоциация. В Тиандэ их 5 человек, да? В Орифлейме 2 брата. Ну так ведь? В любой компании есть инвестор-хозяин, предприниматель, который, так же как Мэри Кей, да, сейчас она передала после смерти, да, свое дело, естественно, детям, да, есть инвестор. Это один лагерь. И во многих компаниях еще и компания является производителем. Согласны со мной? Многие компании, Арифлейм, Форева, да, многие компании являются производителем, да. Кстати, не весь продукт Амвэ является производителем, да. Нутрилайт, например, это так же самое предприятие, которое отдельно производит, да, и контракт. Вот мы с Новой Зеландией заключили контракт, да, мы поставляем сок ростков пшеницы. Вот то же самое там Нутрилайт. Так вот, ребят, когда-то нам говорили, что вот это самая стабильная система, но при этом она самая бедная с точки зрения наших зарплат. Скажите, хозяину хочется хорошо жить? А на производство нужны деньги? На сырье, на ремонт оборудования, на зарплаты людям, которые там это производят, которые алоэ собирают в полях. Нужно им платить? Обязательно. Откуда деньги берутся? С прибыли. Прибыль кто создает? Мы продвигаем товар. Так кто, извините, главный в этой цепочке? Я соглашусь с тем, что без них и сети бы не было. Но при этом, при всем, содержит всю эту махину второй лагерь. Люди, которые создают товарооборот. То есть мы с вами, правильно? Мы рассказываем о продукте, мы показываем маркетинг-план, да? Во всех компаниях мы делаем одну и ту же работу. Ну так ведь? Согласны со мной? Ничего нового никто в сетевом не изобрел. Ты пользуешься продуктом, получаешь результат, зарабатываешь деньги, об этом рассказываешь. Все. Поэтому чего хвалить-то? У всех все одинаково. Вопрос, давайте сядем, посчитаем. Кто-то сделал вот такой товарооборот, сколько ему заплатят в классике, сколько платят у нас. Почему сегодня корпорации Samway такие серьезные выплаты, о которых мы чуть-чуть попозже поговорим. Да? Так вот, это стандартная схема, при которой мы четко знаем, да, какой максимальный процент в Amway, в Арифлейме, на какой уровень выходим. 30, наверное. 21, 22, 3, 6, 9, 15, 18, да, 21, 22 процента. Вот. Плюс некоторые бонусы за то, что ты там вышел на серьезные квалификации, да, то есть процент за ветку там отстроенную и так далее. Поэтому в среднем все знают, что 30%, а 70% распределяются вот сюда и вот сюда. Поэтому не задавайте мне сегодня вопрос, откуда у нас столько денег. Отвечай на вопрос. У нас нет вот этого и нет вот этого. Это не значит, что полный бардак. Контроль у нас четкий, жесткий, да, в хорошем смысле жесткий. Но у нас нет сегодня людей, которые бы не стояли в сети. То есть компания Samway, вот так рисую. Вот здесь находится Сергей Андреев. Он имеет точно такой же, ребят, контракт, как и мы все с вами. Честно? Имеет он право сегодня говорить о том, как сеть строится? Он ее сам строит. Он также приглашает людей. Да? Ирина Петровна Киянова, Вера Николаевна Литвиненко, да, непосредственно вот мы, ее структура, ее команда. Да? Они также стоят в сети, они также имеют номер, они также пользуются продуктом, они также приглашают людей. Поэтому, когда у нас происходит каждую неделю, да, что мне очень здесь нравится, нам платят зарплаты 4 раза в месяц. Нравится? Неделю отработал, ты точно знаешь, в субботу получил деньги, да? Как отработал, так получил, да? Следующая неделя отработал, получил. Так вот, делая каждую неделю 100% товарооборот в компании, неважно какой, 5 миллионов он получился, 10, 50, то есть вот как мы все сработали, берется данная сумма за 100%. Это понятно? Есть у кого-нибудь экономическое образование? Отлично. У меня его нет. Я научилась считать, да? Вот. Но при этом я говорю, вот как для себя, как для чайника, да, не имея экономического образования и элементарные вещи, я поняла, с учетом опыта, да, который получила, работая в сетевой индустрии. Взяв за 100% товарооборот, ребят, в
сеть вот сюда. У нас уходит 76%. Так теперь скажите, пожалуйста, делая одну и ту же работу, будут разные деньги? Конечно. Ну даже вот просто сравнить, да, они не могут быть одинаковы. Только потому, что разный процент отдается, да, возвратом за проделанную работу. И если мы берем остальные 24, если честно, вот как здесь на производство вот это все уходило, так оно здесь и остается, да, на развитие компании. Вот. И вот эти 76%, вот здесь заложены также зарплаты руководства нас всех с вами. Как поработали, так заработали. Да? И степ-вебинар, чем действительно сегодня многим нравится, да, он является такой, знаете, как уравниловкой с точки зрения распределения прибыли. Есть у нас единая форма оклада, называется степ. Да, кто ходит на фитнес, знает, один шаг. Шаг сделал, получил, да? Вот. 700 на 700 баллов, там один степ, я сейчас покажу. То есть это буквально там 2-3 контракта слева, 2-3 контракта справа. Может, ты двоих пригласил, они там по одному, по два, да? Сложился 700 на 700 оборот, начислился степ. Так вот, из этой суммы, видно доску всем, 65% идет на основной вид дохода, как на оклад, я говорю, да, оклад. Так вот, отработали неделю, к примеру, возьмем круглые суммы, чтобы вы даже не экономисты быстро увидели, да, 10 миллионов товарооборот. 65% какая сумма составит? 6,5 миллионов, да. И на данной неделе, к примеру, по всем абсолютно, начиная от новичка и заканчивая президентом, не могут же все одновременно поучаствовать в получении прибыли, да, потому что нужно сделать 700 на 700. Поэтому есть люди, которые только пришли, они поучаствовали в создании товарооборота. А есть люди, у которых уже сложилось вот этот оклад, да, 70 тысяч товарооборота сделал, 700 на 700, это 70 тысяч, 35 на 35. Вот, ты участвуешь в разделе прибыли. Так вот, берется 6,5 миллиона, делится на количество степов, которые закрылись у всех по всей компании вместе с президентом. Высчитывается средняя арифметическая сумма. Все просто, правильно? К примеру, 6,5 миллионов, если вы возьмете калькуляторы, например, закрылось 1300 степов по всей компании. Это составит где-то около 5000 будет стоить степ. Так вот, он стоит и у президента 5000 рублей. И новичка, который пришел, сделал эту маленькую работу, да, тоже 5000 рублей. То есть я сейчас говорю о распределении этой прибыли, да, на любой глубине степ для всех будет одинаковый. Скажите честно, где вы видели, чтобы руководство, да, одинаковый процент брал с вами, да, делил вернее. Но самое, как говорится, самое главное понять, что когда ты создаешь команду, у тебя строится, да, увеличивается количество людей, ты больше закрываешь, соответственно, этих степов, да, и, к примеру, у Татьяны сложился товарооборот не 700 на 700, а уже команда сработала, да, здесь сделала там 8 тысяч баллов, здесь 7-800, да, сколько раз по 700 уложилось, высчитывается сумма за степ, пример, высчитывается количество степов, да, при 11 степов, вот мы сегодня считали, да, 7-700 отняла компания, ты закрыл 11 степов. К примеру, степ стоит 5000 рублей. Сколько заработали? 55. Все просто. Все, вот весь маркетинг. За недельку. А оставшиеся баллы перенесутся на следующую неделю. Ты даже это не теряешь. То есть у нас нет месяца, который закончился, и ты не успел что-то сделать, и ты потерял. Есть неделя, сложился объем, сколько сделал с людьми, получил. Все оставшийся товарооборот, за который ты еще не получил деньги, пошли на следующую неделю и прибавляются к новому объему. Просто. Все гениальное просто, да? Просто вот здесь не хотели делиться. Вот и все. Просто не хотели делиться. Других вариантов нет. Вот. То есть вот такой процент отдает сегодня компания все. Здесь еще очень много бонусов для начинающих особенно, да, и мы знаем, что начинать чаще всего труднее, не все сразу получается, и, наверное, на голой мотивации 2-3 месяца жить-то вот как-то не хочется, да, 2-3 месяца на голой мотивации, потому что кушать каждый день нужно, да, и какие-то расходы каждый день, да, поэтому первое мы платим еженедельно, а второе,
очень много премирований для новичков, да, которые приходят и на профессиональные, например, входы входят. И мы сейчас вот эти входы рассмотрим. Да. Так вот, компания сегодня сделала единую систему, да, каждый человек пришел, причем бизнес абсолютно простой для любого человека. Можно начать с 4000. 4000 доступны всем? Абсолютно. Конечно, есть разница, на какую-то сумму пришел. Знаете, как выражение в бизнесе, какой вход, такой выхлоп. Да? Пришел на чуть-чуть, делаешь действия, да, и немножко зарабатываешь. Это как если вы захотели заняться предпринимательством, купили пару носков, да, на рынке и где-то там перепродали. Вроде и вложил немного, ну, вроде и чуть-чуть заработал, да, там сотенку. А если ты при этом ларек открыл, то, наверное, будут другие вложения, да, и раньше были другие выходы. Сегодня уже бесполезные ларьки открывают. Сразу в минус многие уходят. Вот эта схема понятна, ребят? Простые абсолютно вещи, которые нам никто просто не показывал, да, и не скажет. Вот. То есть руководство вместе с нами сегодня работает и, естественно, делится прибылями, поэтому сегодня очень много бонусов, очень много подарков. Так вот, мы говорили о разных суммах входа. Человек заключает контракт, вот здесь вот нарисую, да, вот он стал, он может прийти как клиент, он может прийти как бизнес-партнер, он может прийти как премиум-партнер и может прийти как инвестор, да, либо вот есть одновременно вот эта функция, называется премьер. Сразу раз и премьер. Ты кто? Я премьер. Хорошо звучит? Важно, там уже что, главное звучит хорошо. Ты кто? Я премьер. Премьер, да, пакет премьер. Значит, клиент, да, это 79 баллов, да, это 3950 рублей. Человек регистрируется в кабинете, да, деньги переводят со своей карты, либо с кредитной, либо с платежной, да, то есть разницы нет. Он сам оплатил, да, там программа PayPal сегодня одна из самых, ну так скажу, жестких в плане проверки, как Сбербанк жестко, да, все это перепроверяет и дает гарантии людям сегодня. Вот, так вот программа PayPal, мировая программа, через которую идут платежи, да, немногие сегодня такие платежные системы работают с сетевыми компаниями, да, все остальные берут намного больше. Киви, Яндекс.Директ берут больше процентов для перевода. Вот. Я пишу голые суммы, которые именно идут на регистрацию в компанию. Хорошо? Вот. То есть человек зарегистрировался, заходит в кабинет, вот. Ему автоматически выставляются как бы все функции. Когда он захочет войти на другие программы, может сделать это в любое время. Да? Выбирается продукция по собственному желанию. Корзины никакой нет. Все, что вы захотели, то вы взяли. Нормально? Нормально. Если вы зашли как клиент, у вас 10% скидка, да, сразу же дается. Вот. Хотите, приглашайте, хотите, не приглашайте, клиентов вообще никто не напрягает. Да. Ты пользуешься продуктом, получаешь результат, радуешься жизни. Хочешь, приглашай, можешь тоже зарабатывать. Немного, но можно. Да. Но мы с вами договорились, что мы пришли зарабатывать. Да. Как есть выражение, не настолько мы сегодня богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Слышали такое выражение? Вот то же самое, да? Значит, бизнес-партнер – это 429 баллов, да? Значит, там голая сумма 21 450, плюс идет процент в город, здесь 1000 остается на офис, один раз человек платит в жизни, да? И процент за перевод. Все, регистрация тоже один раз в жизни, ее не нужно подтверждать, что я там бизнес-партнер каждый месяц. Я стала 3 года назад бизнес-партнером, так и работаю на этом номере, да? Но я получаю 100% все, что я зарабатываю от компании, да? Премиум-партнер, да? Человек заходит, то есть здесь вот человек получает, кстати, здесь вот 20% скидка, да? Тоже есть преимущество. Когда человек заходит на премиум-партнера, то он получает сразу же в компании не одно рабочее место, а 3 рабочих. Получается, знаете, когда, повторюсь, работая в Oriflame, мне почему трудно было принять решение прийти на немножко другие суммы, да, в сетевой. Потому что уже за 150 рублей я никого не могла подписать. Мне говорили, принеси, я куплю, но работать не буду. Да, знакомая ситуация? Вот.
И я вот долго думала, да, в течение 3 суток, вот так у меня крутилось, как же я после 150 рублей, а это 12 лет назад, так прикиньте немножко, да, какие были зарплаты, то есть разница сегодня большая произошла, да. Мне нужно было подписывать где-то на 15 тысяч, то есть это 4 зарплаты месячные, да, то есть 4 месяца работать, не кушать, ничего не есть, да, где-то деньги нужно было взять. То есть для меня это была очень большая сумма, сидя в декретном. Но при этом, когда я все-таки нашла эти деньги, да, то, что мне показали, сколько я буду зарабатывать, причем за короткие шаги, за небольшие действия, я эти деньги отработала всего за 2 недели. Представляете? Всего за 2 недели. Очень быстро. Так вот, когда я начала работать с другими суммами, ко мне пришли другие люди. И я поняла, что не вопрос, на какую сумму приглашать. Вопрос, есть тебе что-то предложить или нет. Ну так ведь? Есть же отели 3 звезды, а есть 5 звезд. Правильно? И кто-то ездит в 3, а кто-то ездит в 5. Поэтому на 150 рублей кто чаще всего подписывались? 3 звезды, да? Вот. На эти суммы пришли совершенно другие люди. Сегодня есть что вам предложить предпринимателям и лидерам других сетевых компаний. 100% есть что предложить, да? Премиум-партнер – человек, который получает сразу же в этом кабинете 3 рабочих места. А это значит, приглашая людей на премиум-партнеры, будут начисляться 3 зарплаты. То есть в 3 раза больше ты будешь зарабатывать. А работа же одна, работа одна, денег больше. Да? Премиум-партнер пакет – это 50, скажу, что тут некоторые суммы подготовила, чтобы нас не тратить время, да? А премиум-партнер получается у нас 55 450, да, и 3 рабочих места. Тоже регистрация один раз в жизни. Вот. Инвестор, есть такой пакет инвестор. Все знают, что такое инвестиция? Да? Чаще всего мы знаем инвестиции, это вот деньги ты вложил и ждешь, что кто-то там тебе с ними поработает, ну, и что-то тебе даст, да, взамен. Так вот, ребят, у нас инвестиционные пакеты, инвесторы у нас, не вкладывают просто так денег. Я купила паи, да, и многие здесь в зале партнеры являются инвесторами. Поднимите руку, кто у нас инвестор? Вот, смотрите, да, есть инвестора. Это значит, что, во-первых, на свои деньги они получили продукцию, как первая гарантия, да, на инвестиции у нас люди получают товар. Хорошо? Помимо этого, они получают 20% годовых. Сколько в банке дают? 11 максимум, то на всех поворотах. А теперь возьмем за год инфляцию. Банки хорошо живут, да? 20% годовых дают компания, причем с ежемесячным выводом этих процентов. Каждый месяц, не раз в год, а каждый месяц, да, ваши деньги приносят доход. ПАИ работает у нас на 20 лет программа. Да, но через 5 лет вы даже можете для себя решить. Ну, вдруг вы решили выйти из инвестиционной программы, вы полностью забираете деньги. Мало того, что они вам принесли доходы за 5 лет, да, вы еще можете забрать сумму, выйти из паевой программы. Где риск? Нету. Еще и ты товар взял, обратно не заберут. Да. Хочешь продать, если ты хороший продавец, нет, пожалуйста, пользуйся. И, кстати, пока вспомнила, на этой неделе люди, которые заходят на пакет инвестор, получают вот такие 2 покрывала, помимо того, что они набирают продукции, да, по прайс-листу пая, вот таких 2 покрывала они получают в подарок. Как вам? Супер! Полуторка стоит где-то 15 тысяч, да, и 20 стоит двушка. На 35 тысяч еще продукции в подарок. А кто-то у нас взял 5 паев, 5 дают максимум, то есть больше 5 не дают. То есть это как, понимаете, это отдельный вход, такой привилегированный, да? А вот пакет премьер, это когда ты во всех программах и еще и имеешь паи. Теперь понятно, да? Все. А есть? Там одно одеяло, двух, одно... Одно полуторка, одна двушка. Вообще. Идеально. Да? Да. На каждый пай, что ли? Да. На каждый пай. Взял 5 паев. У тебя будет 10 покрывал. Продай. Можешь продать, пожалуйста, деньги, да. Можешь всю семью
да, можешь во все комнаты постелить, она очень красивая, да, пришел, хоть куда сел, не надо его с разного дивана таскать, да, за собой. Пожалуйста, ваши паи приносят вам доходы. Все. Значит, еще вот такие пакеты. Получается, максимальный пакет здесь, да, это 104 500. Еще один момент, кстати. Когда человек заходит на премьера, да, сумма в итоге здесь больше, да, будет, там где-то 120 тысяч будет. Но когда вы заходите на этот пакет, так же, как и инвестор, вам вот этот контракт, да, вас как бизнес-партнера ставят в подарок. То есть вам не нужно 21 тысячу платить. То есть вот можете сесть, посчитать, да, сложить все суммы. Здесь получается 120 с чем-то тысяч. Это когда сразу, да? Когда сразу заходишь, либо на инвестора ты заходишь 20. На 69 тысяч, вот это уже идет тебе в подарок. Тебя в Sunway ставят в итоге бесплатно. Да. Либо ты зашел на премьера, и точно так же ты 21 тысячу уже сэкономил. Нормально? Нормально. То есть вот такие вот разные входы. Скажите, в наше время, если мы говорим действительно про бизнес, я вам сейчас за 8 недель работы покажу буквально за 5 минут, что приглашая людей на эти пакеты, за 8 недель вы зарабатываете где-то около миллиона. Можно найти 100 тысяч? Можно. Да? Так вот, смотрите. Я не беру функцию клиента, повторюсь, да, здесь все просто. Клиент может приглашать клиента, будет получать премию, да, у нас 400 рублей премия платится за клиента, да, Таня пригласила клиента, 400 рублей на следующей неделе ведомости получила. Пригласила 5 клиентов, 2000 получила, да, и так далее. Вот, приглашая бизнес-партнеров, вы получаете 4000 премии, так же, как и инвестора, да, 4000, ты проделала ту же самую работу, о чем я и говорю, да. Поверьте, нет разницы, что на 150 рублей приглашать не было в Арифлейме. И то было сложнее. И предложить было ничего. На эти суммы приглашать проще. Да? Потому что человек видит, что он будет за них иметь. Все. Итак, приглашая на эти пакеты 4000 премия. Ты пригласила тех же 5 премиум-партнеров, ты уже заработала 20 тысяч. Мало того, они у тебя еще встали сесть, создали товарооборот, там еще плюсом зарплаты. Так вот, сейчас мы с вами абсолютно простую схему посмотрим, абсолютно простую, да? Значит, вот вы заключили контракт, да? Вы бизнес-партнер, да? Первая неделя. И, кстати, опять же, почему я пришла в этот бизнес, я сегодня говорила, да? Я поняла, что мне будут помогать, что я буду не одна разбираться в этом бизнесе и не одна что-то делать, да? В сетевом маркетинге есть такое выражение «спонсор», да? Человек, который помогает. Причем искренне, да, готов помогать сегодня получить знания по этой профессии, чтобы ты зарабатывал. Потому что суть этого бизнеса, чем больше у тебя люди зарабатывают, тем больше зарабатываешь ты. Но не во всех компаниях за счет, да. Вы помните, я говорю, кто-то сгирит, да, кто-то что-то. Если в классике, например, я Татьяну пригласила, я вышла на 18%, ты вышла на 18%, я что получу? Фирму. Бублик. Да? Жуйте, говорит, дальше. Еще месяц закончился, и весь товарооборот ушел не ко мне. Да? Это точно, я ничего не заработала. Вот здесь в бинарной системе как раз происходит тот момент, да, что даже если у тебя одна нога начала работать сильнее, чем другая, ты не теряешь вообще никакие товарообороты под собой. Как только ты укрепил второе направление, а в любом маркетинге хотя бы две ноги нужно иметь, правильно? Нет ни одной компании, где бы за одну ногу там платили, ты бы ничего не делал, да? Но ты не теряешь те товарообороты, которые тебе накопились, да? Вот я нарисую два направления, да? Вот сколько бы вы ни приглашали, вот так у вас люди стоят, встают друг под друга, ваши личники, вот так вот до бесконечности, да? Пришло у вас два человека, начали с ним работать, да? Первые 60 тысяч за пару недель не проблема, потому что платят. Да? Так, такие деньги заложены в систему. Так вот, если мы с вами пришли в бизнес, скажите, одного человека в неделю пригласить можно? Нужно. Я не говорю, что нужно работать так, как работают многие из нас, да, когда в неделю у нас есть люди, которые подписывали намного больше.
Я возьму небольшую работу, что ты в понедельник встречи проводил, во вторник, в среду, и за неделю у тебя один человек пришел и стал как бизнес-партнер. Да? Один человек. Ты заработал первые свои 4000 рублей как премию, правильно? На вторую неделю ты сделал то же самое вместе со своим спонсором. Еще одного пригласил. То есть вас уже получается трое, да, вместе с тобой. Ты уже еще заработал 4000, то есть суммарно 8, да? На третью неделю, а раз эти люди пришли на бизнес, они, наверное, тоже что-то хотят, да? Хотя бы первую премию заработать. Так вот, мы берем простую прогрессию, да? Мы ставим задачу с вами всего по одному в неделю. Понятно, да, о чем говорю? По одному на бизнес-партнерский контракт. Значит, здесь у вас уже четверо. Четвертая неделя, помогайте. 8, пятая неделя 16, шестая неделя 32, по одному всего в неделю, да? Седьмая неделя 64, да, 128, и когда восьмая неделя закончилась, да, девятая неделя у вас 256 человек. Но ты-то пригласил всего 8, правильно? Всего 8, может, это за 2 месяца. Это можно сделать? Если вам деньги нужны. Ребят, вот при этом объеме вы закроете, это четко мы подсчитывали, можете потом пересчитать, 55 степов закрывается, да, если умножить на 4500, да, умножьте, у кого быстро калькулятор под рукой? 220, чтобы не быть голословным, да, 55 тысяч на 4500, 247 тысяч. Вы заработали за 8 недель, это только по степам 200, да, ну округлю 250 тысяч, да, плюс у вас 8 приглашенных умножаем на 4, плюс еще 32 тысячи, да, 280 тысяч, по 140 за месяц, как вам, нормально? Вы приглашали по одному в неделю всего-навсего на бизнес-партнерский контракт. Не на премьер и даже не на премиум, на бизнес-партнера. За 2 месяца 280 тысяч. Хорошие деньги? Хорошие. Переложите вот эту работу, вот этот товарооборот, переложите на ваш маркетинг, в котором вы можете работать сейчас, работаете, да, или работали в других компаниях. Это будет смешно вам, разницу точно могу сказать. Мы сравнивали даже за один степ с классическим маркетингом, да, человек пришел на 9% в Amway. 70 тысяч она товарооборот, 70 тысяч я товарооборот. Она к этому шла несколько лет, да, 2 года она работала, а вышла на 9%. Я пришла, сделала это за неделю. Почему? Потому что мне всего надо двоих и с ним по одному. А чтобы на 9% в классике, сколько нужно людей? Главное удержать. Маленькая удержать толпа, на следующий, да, месяц, такая должна, да. Маленькая толпа должна быть. Так вот, я говорю, смотри, ты сделала 70 тысяч товарооборот, и я сделала. Ты к этому 2 года шла, я сделала за неделю. Ты заработала 1300 рублей, да? Я закрыла степ. Пятерка и плюс 2 премии, получается, по 4000, 8. Я заработала 13, то есть ты 1300, я 13. Ты год будешь работать, чтобы заработать 13 тысяч. Тебе вообще жизнь свою не жалко? Понимаете, о чем речь? То есть, если мы не задумываемся, чем мы в первую очередь жертвуем тогда? Своей жизнью. Мы годы тратим, да? Вот это я вам показала быстро по поводу бизнес-партнера. Теперь я не буду вот это расписывать, 1-8, да? Здесь понятно. Но мы с вами сейчас возьмем и сравним просто-напросто, что вы подписываете, повторюсь, работа одна и та же. Вы подписываете человека на премиум-партнера. Премиум-партнера. К этим 280 тысячам, ребят, добавляется еще 420 тысяч. Почему? Потому что еще закрывается несколько программ. Лёдер-1, Лёдер-2. То есть мы можем с вами потом сесть в офисе, да, и уже вот более подробно все это посмотреть. По большому счету, да, у вас люди
вот так вот, имеют три контракта. Одни и те же люди, один человек пришел, занял вот так три места. Человек же один, но прибыль будет распределяться в трех теперь кабинетах, да? Так вот, вот так приглашая по два, как мы с вами рисовали, они сюда входят, сюда и сюда, понятно, да? Так вот, за эту же работу, благодаря еще вот этим программам, называются они мультицикличные программы, Leoder Concept, у вас еще плюсом к тем 280 тысяч добавится 420. Вы сделали ту же самую работу, вы заработали, извините, почти 700 тысяч. Есть разница? Вы всего-напросто стали приглашать на премиум партнера. 700 тысяч за 8 недель. И при этом я сейчас говорю голые суммы, голые, без всяких бонусов, вот про те 65%, да, прибыли, которые компания дает. Но если вы сами приходите как премиум-партнер, да, есть очень много, как я говорю, вкусняшек для новичков, да, когда они получают за свой же профессиональный вход еще и деньги от компании. Ты встала на премиум-партнера, да, ты получаешь за это бонус. Позапрошлом месяце это было 5,5, да, в том месяце было 400, да. Ты зашла как премиум, еще и получила за это премию. А мы по 9,5. Да, но там суммы входа были больше. Кстати, не так давно, опять же, компания пересмотрела, учитывая экономическое положение, да, в стране, пересмотрела, если многие компании за счет курса, у них увеличилась стоимость продукции, а значит увеличилась сумма входа, так ведь? Да. У нас компания снизила входы на 30%. У нас раньше вход на премиум партнера был 83 тысячи. Понимаете? Вот о чем речь. Компания сегодня идет навстречу людям и смотрит. Можно? Делаем. Да? Вот. То есть та же самая работа. То есть здесь плюс еще бонусы. Примерно от 30 до 300 тысяч еще можно бонусами получить. Это за премиум партнера. Да? Значит, пакет инвестор. Да, я уже сказала, повторюсь просто, 20% годовых, чем этот пакет, естественно, нам интересен. Помимо вот этих денег, которые вы получаете каждый месяц, да, выводится процент, пакет инвестора еще и помогает участвовать вам. Поднимите руку, кому нужна квартира. Все. Вторая не помешает, да, и так далее. Так вот, смотрите, что получается, если вы еще и являетесь инвестором компании? Для инвесторов у нас открыта программа по недвижимости. То есть каждую неделю у нас инвесторы получают еще сверхприбыль от компании. Это 1,75% от товарооборота компании. Да? Вот как степ, так и вот этот вот бонус на недвижимость, да, точно так же есть каждую неделю. В среднем он сейчас где-то 400 рублей. Да? 400 рублей. Вот этот бонус вроде немного. Но ты зарплаты получаешь, да, и на каждый степ закрытый 700 на 700, даже если у тебя есть один пай, да, ты участвуешь в получении вот этих денег. То есть есть у тебя в кабинете, скоро у всех появится раздел, да, где вы будете видеть вот эти накопления. Конечно, 400 немного, но мы начали с Татьяной работать, и вот по той системе, да, когда мы посмотрели, что там 256 человек, всего по одному приглашая в неделю. Соответственно, 55 степов мы с вами считали, да, закрылось. Так вот, 400 рублей на каждый степ дается. Умножаем 55 на 400. 22 тысячи. 22 тысячи. Помимо этого, да, вам легло на квартиру. А теперь смотрите, как работают паи. И у вас при этом, почему выгодно иметь 5 паев? Потому что вот эта сумма еще, то есть умножается на степы, да, количество степов. Вот этот понятен момент, ребят? Да? Нужно разобраться, как квартиру получить. Разбираемся, да? Помимо здесь зарплат, бонус умножается на количество степов и умножается на количество паев. У тебя 5 паев. Сколько тебе упало? 110. За 8 недель. А у нас год. Даже если у тебя сохранилась эта команда, не растет, я говорю, да? Вот как бы в этой команде ты продолжаешь и год работал, умножаем на 12 месяцев. Сколько? Ну, в два раза. 220.
Какие в два раза? 8, 4. А как тебе миллион? Миллион. 12 на месяцев, да? На месяц. Это если при той же структуре. Но если вы пришли работать, она у вас будет расти, правильно? Вы же работаете с людьми дальше. Вот таким образом, 6-7 июня у нас было трехлетие компании, да, проходило в одном из шикарнейших залов Москвы. Да, театр фольклора, да, русская песня имени Бабкиной. Вот, в шикарном, красивом зале проходило день рождения компании. У кого есть в Фейсбуке? Кто есть на Фейсбуке зарегистрирован? Вот зайдите, посмотрите, да, очень много сегодня Facebook, Одноклассники, они сегодня просто пестрят, да, фотографиями. Многие смотрят, блин, что они все там такие счастливые? Просто аж раздражает, говорит, так сладко, да? Я говорю, привыкли за маленькие деньги работать, да, при тяжелых условиях. Тут даешь хорошие, опять чем-то недовольные. Ну так, шутка. Так вот, очень много на Фейсбуке, в Одноклассниках сегодня и фотографий, да, вот этого события. И вы можете увидеть короткий видеоролик. Как говорится, мы открыли программу по недвижимости, да, и у нас есть человек, который за 8 месяцев работы, программа начала работать у нас прошлым летом, да, где-то в августе вот пошли первые накопления. За 8 месяцев она накопила 1,5 миллиона. Только вот этими бонусами. Ей компания сегодня помогла. Мало того, она еще заработала денег. За 5,5 миллионов она получила в Москве квартиру в подарок. Как вам? 3 года мы на рынке. То есть в этом году мы открыли сезон, как говорится, по покупке недвижимости. В следующем году мы уже планируем, да, план у нас, да, около 100 квартир нашим партнерам. Вы можете быть в том самом числе, не вопрос. Вот благодаря вот этому бонусу, да, идут очень хорошие накопления. Конечно, 5 паев 345 тысяч. Но извините, в год вам капает почти 70 тысяч, да, за все 5 паев в год 70, да. Вы получили товар, вы получили покрывало, да, помимо продукции, да, в подарок. И на каждый закрытый степ у вас начали копиться бонусы, да, на квартиру. И люди, у которых накапливается за год, ну, может быть, потихоньку человек работал, может, ему хватает вот паевых денег, да, там, по чуть-чуть закрывает зарплаты, там, ну, 50 тысяч получает в месяц, ему хватает это, ради бога. И у него за год накопилось, например, там, 100-200 тысяч. И как пайщик он может их забрать. Ну, это как 13-я зарплата такая, да, он может забрать. А люди, у которых накопилось больше 500 000, да, миллион и так далее, компания отдает конкретно на покупку квартиры. То есть вы предоставляете документы, где берете, чего, компания переводит деньги. Если вам надо что-то получше, вы там добавили, да, пожалуйста. А для тех людей, которые у нас работают в компании на 100%, да, серьезно, как бы, то есть есть команды, то есть ты уже себя показал за этот год, да, что ты серьезно в этом бизнесе, да, то можно взять у компании беспроцентный кредит на год. У тебя в любом случае сеть работает, у тебя есть паевые накопления, да. Вот, например, у тебя накопилось 1,5 миллиона, да, вот именно такую сумму ты можешь взять у компании в кредит. Замечательно? Замечательно. Вот такие программы сегодня мы делаем. Опять же, с прошлого месяца у нас начала работать лотерея, благодаря которой у нас в том году уже была такая лотерея, человек выиграл машину, просто выиграл, да? Она связана с личной работой. Так вот, лотерея, ребят, за год 20 человек ты пригласил в бизнес. За год. Это реально? Yeah. Это что, смешно? У нас люди за месяц это делали, да? 20 человек за год ты пригласил, ты участвуешь в получении автомобиля. Да, ты получаешь лотерейный билет, будет определенное количество людей, да, из которых один в любом случае выиграет машину. Понимаете? Кто-то выиграет. Вопрос, кто? Все равно кто-то выиграет. Я всегда говорю, ну кто-то же выиграет, почему не я? Да? 20 человек. То есть это участвует в получении машины. Например, к примеру привожу, берется 20 человек, из которых один получает машину. Вот будет таких 100 человек, значит будет 5 машин разыгрываться. Понятно, да? Не 1000 на одну. Вот. 40 человек, и вы получаете талон,
на участие в лотерее на квартиру. То есть у нас будут люди, которые и накопят по этим программам, да, квартиры, и будут люди, которые еще и выиграют лотерею. Как вам программа? Супер, отлично. Вот так вот, да. Многие говорят, что я такая? Я говорю, что хотим, то и делаем. Можем давать, даем, да, вот такое у нас руководство, ребята, это очень важно, да. Есть такая поговорка, рыба гниет с головы, да. У нас другая поговорка, какой завод, такие болванки, да. То есть сегодня действительно люди, которые стоят в руководстве компании, это люди, которые начинали с нуля когда-то, да, прошли вот этот путь как сетевики, знали, как тяжело было мотивировать себя 5 лет без денег, да, идти к светлому будущему, как договорили и так далее. То есть сегодня мы четко знаем, что происходит в стране, какие, как работают на нас законы, в хорошем смысле, в плохом. Поэтому компания открылась легально, компания платит налоги. Каждый из нас при этом приходит каждую неделю, да, он получает деньги на своем расчетном счете, то есть электронными деньгами, да, обналичивание в офисе происходит, либо вывод на карты, которые вы предоставляете, да, зарплата будет выводиться, там берется просто комиссия, как все банки берут. Да. Вот, не вопрос. То есть вот такая лотерея. То есть вот вы приглашаете на премиум партнера, мы с вами посчитали за 8 недель, да, 700 тысяч только по зарплатам, да, но взять сегодня людей, которые, честно могу сказать, выйдя на и создав вот такую команду, вы еще участвуете сверху, как бы разные бонусы, пулы такие, эти котлы, помните, как раньше, в садиках там мы работали, да, был котел, да, в течение года там дарили. Типа кассы взаимопомощи, да, но здесь работает немножко по-другому, то есть есть сегодня опять же проценты, которые компания готова делиться и делится с теми, кто делает еще и квалификации, ну в любой сетевой компании есть карьера, да, карьерный рост, вот, и начиная от серебряного окружения, серебро, золото, то есть есть котел для серебра, есть котел для золота, да, есть котел для платины, для бриллиантов. Вот, и этим котлом компания делится каждый квартал. Вот ты сделал товарооборот, например, золотого окружения, да, в этом квартале. Бонус за золотое окружение в этом квартале составило 204, да, по-моему, тысячи? 204 тысячи. Люди, которые сделали золотое окружение, ко всем вот этим зарплатам еще 200. Я обещала миллион показать. Что уже больше? Ну, вот многие компании прибавляют больше денег, я так даже, это даже чуть-чуть по минимуму беру, да? Взять сегодня человека, который действительно пришел серьезно в этот бизнес, и вы ее прекрасно знаете, она ведет сегодня вас многих к результату, да, это ваш спонсор Татьяна Мельта, да? Я сегодня могу точно сказать, как ее спонсор, да, вот вам повезло, просто крупно повезло, потому что все мы хотим действительно прийти к профессионалу в этом бизнесе, правильно, когда нас учит профессионал, да, то есть на сегодняшний день это лучший профессионал в этой индустрии, лучший профессионал, лучший учитель, да, для вас, вот, и в прошлом квартале она сделала сразу и золото, и платину, да, сразу две квалификации. Естественно, она участвовала в получении большего котла, да, и этот котел составил 324 тысячи. Ко всем вот этим зарплатам, ребят, в статусе бриллианта на сегодняшний день лежит 700 тысяч бонус. Кому надо, приходите, забирайте. Да? Сделаешь работу, ту, которую делают все сетевики, повторюсь, да? Приглашает людей, строит команду. Но таких вот бонусов нет больше нигде. Понимаете? Нету. Это не хвастовство, да, и не про кулик с болотом. Есть конкретные цифры и факты, я вам их показала. Да? Поэтому вам решать, ребят, да, в каком статусе вам самим быть. А повторюсь, дуплицирование работает всегда. Пришел на клиента, будут клиентики приходить. Пришел на бизнес-партнера, будут бизнес-партнеры приходить. Пришел как инвестор или премиум-партнер, да, или премьер пакет взял, такие будут приходить. Клиенты они всегда были, будут.
Но когда ты сегодня вошел во все программы, да, и ты вложил там 100, вот эти 110 тысяч, ты же будешь, наверное, про все вкусное рассказывать, да? Конечно. Поэтому будут приходить люди, видят другие деньги. Поэтому, да, вот эти программы работают. Это не то, что будет когда-то, это уже работает. Все, система запущена. Мало того, помните, я говорила, сам зашел на премиум и получил бонус, да? Подписал двоих за 7 недель, еще бонус получил. Да, там от 20 у нас до 50 тысяч этот был бонус, да? Так у нас еще идет промоушен на путешествия. Кто хочет заработать денег и поехать отдохнуть за счет компании? В Арабские Эмираты. Я сейчас серьезно говорю. Самый шикарный отель. Один из лучших отелей Арабских Эмиратов. Поверьте, я знаю, какие праздники, какие отдыхи устраивает руководство. Поверьте, я точно знаю, да? За 2,5 года, вот не считая это трехлетие, компания вывезла больше 1000 человек, да, за счет компании отдохнуть. Нам всего 2,5, да, было на тот момент. Вот. То есть этот отдых будет в декабре, то есть когда самая шикарная погода в Эмиратах, да, это будет посещение очень красивых мест в Арабских Эмиратах и бонусом, да, опять же, подарком от компании будет ужин на 124 этаже, самое высокое в мире здание, башня Бурдж-Халифа, все ее знают под названием башня Игла. Мы там уже были 2 раза, поверьте, это просто, ну, это трудно передать, когда ты стоишь, у тебя просто вот на высоте птичьего полета, да, то есть там самолеты вот на этом уровне летают, все Эмираты вот так у тебя на ладони, ты денег заработал, тебя еще отправили отдохнуть, нормально, да? Так вот, начиная с золотого окружения, компания оплачивает 70% путевки. Сделав платину, Татьяна уже имеет путевку в кармане. Да? Сделав бриллиантовое окружение, вы получаете 2 путевки. То есть какой-то товарооборот, кого интересует, да, при квалификации получить путевку, мы сядем в офисе, я вам покажу. Это не проблема. Вот. Но есть еще другой вариант. И им воспользовались несколько человек у вас в городе, да, к примеру, у нас Светлана Клабертанс, да, и Людмила Тимошенко это сделали. Пришли, зашли на профессиональные пакеты, что мелочиться, да, Света? Работать так работать, зарабатывать так зарабатывать. И что они сделали, ребят, что такое Дубай? Всем видно, да, пишу, Дубай. Можно отработать всего 2 недели, и в любые эти 2 недели вы пригласили по 3 лично приглашенных, либо на пакет инвестора, да, либо на пакет премиум-партнера. То есть за любые 2 недели вы подписали 6 личников. 6 человек взяли у вас, например, пакет инвестор. 3 на этой неделе, 3 на следующей. Дубай в кармане. Как вам? Супер. Либо вы сделали 3 недели, по 2 личника. На этой неделе 2. Потом еще там через неделю 2 получилось, да? И еще получилось 2. До 15 августа работает этот промоушен. 6 лично приглашенных на премиум партнера, либо на инвестора. Может быть, 2 инвестора и 1 премиум партнер зашел, да? Люда, у тебя кто заходил?